продолжаем развивать наш с вами бизнес. Так, ребят, давайте, наверное, знаете, как мы сделаем? Смотрите. Мы сейчас с вами закроем бар. Закрой там. И что мы будем с вами делать? Сейчас угостим ее пивом. И будем нанимать с вами рабочих. Ну, то есть я хочу еще двух фей еще нанять, чтобы они у нас работали, во-первых, на кухне, а во-вторых, за баром. И как раз хочу посмотреть, будут ли они при этом... Угу, только что играл Лондарк. Опять на пробел нажимаю, чтобы инвентарь открыть. И будут ли они у нас с вами носить сюда воду или еще что-то этого плана делать. Ну, то есть, видите, воды у нас вообще по нулям. Здесь дров нету, здесь дров тоже нету. Сейчас, смотрите, мы с вами улучшаемся. Где наше улучшение? Улучшение. Вот, улучшение, это верно, 6 уровня, да, за 700 монеточек. И найм помощников, давайте. Сейчас улучшили таверну, новое заведение. И покупаем с вами домик. Где наш домик для феи? Вот, помощница за 200. Есть, отлично, смотрим. Теперь мы можем с вами делать как? Так, одна у нас официантка Роза, а Ромашка у нас повар. Дадим им корма. 4 штучки осталось, хорошо, дадим им корма. И давай посмотрим, как она сейчас унесет. Ага, вот есть, смотри. Что могу сказать, шикарно, она понесла. Давайте открывать, наверное, наше заведение с утра, да? Сейчас мы поспим. С утра откроем заведение. Бля, денежки. Откроем с утра заведение, и как раз я хочу проверить, до какой степени наши работники будут работать. Ну, в том плане, что будут ли они готовить нам суп. А походу не, да? Пока они принесут сюда дрова и воду, и, наверное, они готовить нам не будут. Давай смотреть. Так, дрова раз. Вон дрова раз у нас принесли. А они спят почему-то. Не могу понять, почему они спят. И будет ли она наливать нам пиво? Вот, я хочу проверить. Если она будет сидеть за баром напивать пиво, чье-то наливать пиво, будет прикольно. Ладно, давай воду принесем. Просто если мне в любом случае нужно носить сюда и воду, и носить сюда этот, как его... Дрова. Ну, зачем мне такие помощники? Во, все. А что, ты готовить будешь мне? Повар. Повар. Угу, сюда тоже дрова нужно будет принести. Так, отлично. Давай. Опачки, есть. Ну? Где все? Мне гости нужны, да? Мне реально нужны гости, чтобы это все проверить. Хорошо. У нас в инвентаре оставались... Так, не пробил, Арчи, не пробил. На тап. У нас мебель достать. Вот 4 стола. Давай, наверное, их сюда куда-то поставим. Да? Так, раз. Достать 2. Здесь у нас будет вот так столики отдельные стоять. Мы же сможем это сделать, правильно? Да, отлично. И сюда еще один. Просто главное так сделать, чтобы оно не мешало нам, во-первых, убираться в этом помещении. А во-вторых, чтобы было удобно проходить. Так, давай сделаем. А, что я думаю, что ко мне гости не идут? А у меня закрыто, да? А, не, открыто. Белый эльф открыт. Тогда почему у нас гости не идут? Окей. Тогда давай дальше расставлять. Так, 3 штучки.
Неподходящее место. Ага, а почему я здесь не могу? Ну ладно. Давай тогда делать вот так вот. Раз. Потом. Два. И давай. Три. Все, отлично, аж мы тут пройдем, если что, поубирать. Надо будет посмотреть. Ну да, если что, то в принципе мы достать сможем. Хотя, наверное, может перевернуть их. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас надо как-то будет так сделать, чтобы и мне было удобно, и посетителям тоже было удобно. Если мы тебя развернем вот таким вот образом. Возле камина поставим раз. И возле камина давай делать два. Во. Можешь здесь пустое пространство оставить, как думаете? Нужно ли нам заполнять полностью все его? Так, давай как-то, может, вот так вот. Но красиво, красиво. Место есть? Есть. Только людей почему-то нету. Ага, ты готовит. Да, ля, мясо готовит, хорошо. А ты супик мне зайчик приготовила, да? Моя ж ты зайчка, ля, помощница. Папина помощница. Блин, почему людей нету? А, все-таки закрыто, да? Во, все, ребят. Сейчас будем проверять. Давайте, наверное, мы закажем сейчас для наших фей. Как тебя, вот эту штуку? 20 пусть кушает, да, на соточку. Да, что еще нужно посмотреть? Колбаса есть, пиво у нас 15, пиво 15, мясо у нас сколько? 10 мяса, 20 овощей. Давай, наверное, еще закажем потом пиво, мясо, овощи, полностью заполним наш. Ага, нам кто-то лестницу сбросил. Ну ладно, нужно будет потом заказать еще продуктов. Так, это для наших помощниц. Все, есть. Давай смотри, сейчас будут люди заходить, и как фея будет справляться. По поводу пива я хочу понять. Ага, тарелку супа ты взяла, относишь, отлично. Я думаю, больше столиков нету пока смысла ставить, из-за того, что она не будет успевать это делать. Да плюс, если не ошибаюсь. А не, могу еще, да? Ну давай еще закажем. Вот так вот. Еще сюда один большой стол поставим. А может и посерединке. Давайте, наверное, посерединке, может, один. Так, колбаса, суп и пиво. Мне главное, чтобы она пиво мне доставляла. Просто если она не будет пиво наливать, или будет, то это будет печалька. Так, погоди. Ты что у нас работаешь? Роза официантка, Ромашка повар, Лилия посуду моет. Хорошо. Сейчас будем смотреть. Так, колбаса. Угу. Пиво, пиво, пиво. О, она суп понесла. Давай сейчас примем заказ. И сюда. Так, шикарно. И давай смотреть, есть ли у нас здесь. Возможно, чтобы она пиво нам относила. Ну, то есть, чтобы она с бочки наливала все. Или ей нужно будет реально потом разносить это все. Так, что ты? А что ты взяла? Стейк? А куда ты стейк несешь? А куда ты, зайчик, стейк несешь? Тебе ж пиво надо. А, вот. Я понял, пиво нам нужно разливать все-таки. Хорошо.
То есть помощники помощниками, но пиво, я так понимаю, нужно разливать. Ну ладно, в принципе, я не против. А ну, давай смотреть. Давай смотреть. В принципе, я не против. Помогать немножко нашим помощницам. Если честно. Я думал, реально они будут сами это все наливать. Интересно, а заказ со стола они тоже будут? Блять. Сори. Сори. Не то плохое. Во-первых, слово плохое. Во-вторых, пиво плохое. Все, пиво понесли. Да, надо будет, наверное, бегать потом на раздачу. Так вот, брать сюда. Относить. Относить его сюда, чтобы она его-то все забирала. С одной стороны, конечно, прикольно. Да, привет. Погоди, у меня новая официанточка. Пока мисс еще... Пока мисс еще, как говорится, не знает хорошо свою работу. Это придется ждать. С одной стороны, да, прикольно, что у нас есть помощники, но с другой, но все равно мне нужно следить и за огнем, и следить и за водой, и за всем остальным. А мне хотелось бы полностью разгрузить себя. Можно было бы, наверное... Так, что мне нужно... Еще помощники у нас есть. Улучшение, это верно. Новое событие, новое рабочее место, вип-зона. У нас вип-зона даже будет. А это здесь, наверное, вип-зона будет, да? Так, у нас с вами еще есть мебель. Вот это вот. Может, ее сюда поставим? Или чересчур сильно много вещей будет, да? Так, вот так вот, ровненько. Будь здоров. Мы ж пройдем, пройдем. И здесь пройдем, правильно? Вот так вот. Хотя мне не нравится. Честно, мне не нравится, как она выглядит. Я хочу... Хочу как-то... Вот так вот сюда. Тоже не то. Тоже не свистит. Так... Давай как-то... Давай как-то вот... Как-то вот так вот, наверное, да? Блин, а по-другому тут никак не сделать. И здесь внутри, наверное, поставим маленький столик вот такой вот. На двоих человек. Во. Будет шикарно. Здесь полностью все пространство занято. Да, давай, наверное, здесь будет вот так вот стоять у нас. Все. Шикарно. Красиво ж вроде? Вроде красиво. Так, что у нас по поводу еды? Для наших фей еще есть, еще есть, еще нормально. Так, ага, ты стаканчик относишь. Жесть. Тут тоже есть. Блин, может пока есть двух официанточек сюда нанимать, как думаете? А может убрать с кухни одну? Или пока есть оставить? Что по поводу пива? Давай еще понабираем. Давай еще понабираем. С одной стороны, да, мы себя разгрузили, но с другой все равно нам игра говорит, что мы работали. Не забывали про это. Так, нужно будет пиво заказать и всего остального тоже. Все, идемте закажем. Опять же на таб. Давай пройдемся. Давай пройдемся. Стейк. Ну да. Чем больше она работает, наша официантка, тем быстрее она, по-моему, заказы выполняет. Хорошо, пусть зайчик работает. Доставка, ресурсы. Давай закажем двадцаточку.
тут тоже давай закажем. Не закажем. Давай 12. А, из-за чего мы не можем? Из-за того, что у нас места на складе мало. А склад, по-моему, улучшить я пока не могу. 10, 20. Давай, наверное, еще 10 мяса. Давай 10 мяса закажем. А, не могу. Место, да? Место занимает. Хорошо, давай 10 мяса. Вот, и на остальное сосиски. О, на 200, отлично. Вот это я не могу понять, что у нас тут зайчик этот висит. Это повар вроде бы. Так, давай дрова принесем. Пока мы не забыли. Чтоб они были здесь, дрова есть, отлично. А здесь у нас что, тоже дрова нужно будет. Давайте сбегаем, тоже дров принесем. А вот и наш заказ как раз пришел. Так, шикарно. Давай вот сюда. Все, колбасятину они сами вроде развесят, если я не ошибаюсь. Пиво тоже есть, все есть. Здесь готовое блюдо. Стол раздачи у нас с вами готов. Я предлагаю немножечко подождать, пока мисс оно все. Пока Мясянина сейчас начнет нормально работать. И нужно бы, наверное, без записи просто посидеть, покайфовать, послушать вот эту вот музыку, чтобы она поработала и набила себе опыт. Потому что вот у нас, смотрите, если мы сейчас зайдем сюда, давайте корм добавим. У нас 5 уровня идет профессия повар. И 3 уровня этот официанточка, видите? И чем быстрее мы прокачаем нашу официантку, тем быстрее будут заказы, по-моему, у нас выдаваться. И тем больше денежек мы заработаем. Да, конечно, я могу ей помочь сейчас, но... Во-первых, а зачем? Нам нужно прокачивать ее, правильно? Давай, может, здесь стейк заберем, пусть она готовит. Все. Иди готовь. Ты ж пойдешь готовить нам мясо или нет? Ну да, вроде все есть. Ага, посудки не хватает. Хорошо. Тебе нужно водички принести. Кстати, ребят, как вам игрулька? Меня лично прикалывает она. Ну... Все как-то очень долго идет. И вот эти вот феи... Я бы реально, наверное, сделал бы так, чтобы они сами наливали и носили воду. Но, возможно, в дальнейшем так и будет, я не знаю. Так, что мне нужно? Задачи. Мне, чтобы улучшиться потом по максимуму на 7 уровень, мне нужно задачи выполнить. Давайте тут посмотрим. Так, мойка. Давай, 175. Новый поднос. Склад. Во, давай, наверное, склад мы соточку улучшим. Новый... Поднос 1 уровня. Блин, а он нам нужен? По-моему, нет. Давай мойку. Давай гриль. А, гриль не могу. То есть я могу разносить больше продуктов, но зачем мне разносить больше продуктов, если... Если у меня для этого есть фея, правильно? Не, я-то буду помогать, конечно, иногда вот так делать. Тогда вообще, в принципе, нечем будет заняться, но... Пока мисс на данный момент пусть работает, пусть прокачивается. Так, давай сюда чашечку. Чуть-чуть поможем. Да, я без записи. Подожду, пока мисс она полностью прокачается. И будет быстрее это делать, когда мы повыполняем все задания. Когда у нас будет с вами денежка. Что по поводу еды? 20, 14, 20, 20, 21. Ну да, заработать мы еще с вами можем. Так, ты стейки готовить не хочешь? А, ты стейки готовишь. Вот, отлично. Появилась посудка. Появились и стейки. Давай смотреть по поводу улучшения. Что мы здесь все прокачали? Нужна будет гриль. Больше посуды требуется предыдущий уровень.
Так. Улучшение больше посуды 175. А я здесь новый. Так, ты у нас 1100 полторушку нужна будет, да, себе? Нужно будет реально полторушку себе заработать. Потом у нас будет две феи, которые здесь будут работать. Одна нищенка уходит. Что тебе нужно? Вот, на монетки. Возьми монетки. Так, шикарно. Что по поводу... А давай, наверное, мы... Пока мне еда нам не нужна, роза, ромашка. Можно, значит, ее тоже официантку. Давай ее официантку. Тоже пусть помогает, правильно? А ну? Во! Но вдвоем же веселее как-то будет это все делать. Или не? Или как вы думаете? Понятно, что вдвоем-то веселее это все, но... Пусть, наверное, все-таки... Не, пусть все-таки готовит. Да, пусть все-таки готовит. Раз ты уже начала готовить, так что тебе нужно? Тебе нужно пиво. Давай я тебе помогу немножко пива. Пиво. Два супа, один стейк. Давай вот так вот. Так, держи. Тебе стейк нужен? Тоже нужен. Кто тебе стейк, колбаса, суп кому-то нужен? На, держи. Не, суп не нужно. Хорошо, нам стейк нужен. Дай сюда. Мы так быстрее с вами просто заработаем денежек. Шикарно. Шикарно. Давай мне сюда супа. Так вот. Колбаса. Пиво 2. Вот как нужно работать, ребят. Смотри. Вот как нужно работать. Одна колбасятина. Шикарно. Да. Держи. Нет, не то. Во. Опыт не пропьешь. Как бы ты ни старался, реально опыт не пропьешь. Бумс. Хорошо. Отлично. Блин, если бы мне еще пиво здесь бы разливали, вообще вам бы цены не было. Я бы, наверное, даже вам бы зарплату повысил бы. Так, шикарно. Отлично, отлично, все. 188 монеточек. Давай смотреть, что там по поводу улучшения. 175. Улучшение рабочего места. Все, больше места, то есть больше сможем готовить. Правильно я понимаю? Ну что, тебе нравится твое рабочее место новое? Скажи честно. А ну. А ну, жалуйся. Сейчас мы такое поубираем. Так, давай-давай, киш отсюда. Сейчас мы только поубираем и посмотрим, что у тебя здесь появилось. Ну да. Как раз больше места рабочего. Так, а ты спадки, да, собираешься? А что по поводу... Блин, она начала прокачивать себе официанта. Ну, ничего страшного. Думаю, если что, на подмене будет, правильно? Мало ли, вдруг наша эта феечка заболеет. Так, ага, чашечку на мойку. Я, наверное, ей помогать не буду. Я же говорю, пусть прокачивает свой навык. А мы пока с вами займемся грязной работой. Реакция у нас как у мангуста. Так, что там за заказ? Пиво, да? Добрый вечер. Сейчас, да-да-да, сейчас феечка подойдет. Блин, как ее, а ну... Роза, да, сейчас Роза подойдет. А я пока хочу посмотреть по поводу украшения. Можем себе позволить что-то? А если мы позаказываем...
полностью все. Склад заполнен, ага. Ну, кактус мне не нужен, я думаю, да? Тумбочку уберем. Это уберем, уберем. Во. Хотя давай, наверное, закажем на 75 вот так картинку из зеркала. Повесим куда-то сюда, посмотрим, как это все работает. Пиво, да, тебе хорошо? Давай, на, зайчик, держи. Держи, а тебе пиво и суп. Хорошо. Пиво и суп. Все. Так, Роза, потом поубираешь это все. Я пойду за закупкой схожу. Нужно. Нужно забрать закупку. Так, отлично, отлично. На склад раз. И давай опять же на пробел подпрыгнуть. На стены достать. Во. Куда мы зеркальце с вами повесим? Давай, наверное, на входе вот туда. Вот так раз. Давай дальше смотреть. Картина вот так. А, не, давай картину возле себя повесим. Вот сюда куда-то давай. Два. Во. Ну, красиво. Я думаю, шикарно. Просто реально шикарно. Водичка тебе нужна. Хорошо. Давай сходим. Давай сходим. Так, пошли. Пошли, пошли. Что у тебя? Дров нету. Дров нету. Три супа. У нас влезет сюда? Нет, не влезет. Давай тогда дров нарубаем. Пока месь из запасов брать не будем. Все равно у нас времени много. Нужно чем-то будет заняться, да? Нарубаем сейчас дров. Две штуки. Еще одну нужно будет. Так, раз. И еще одну. Все, шикарно. Давай вот сюда. Ну, вот сюда. А ты идешь на мангал. Все, я думаю, пока мы денежку с вами тратить не будем, я лучше потрачу ее на закупку. Лучше потрачу его на закупку, да? А мы склад можем с вами улучшить? Улучшить. А мы склад уже улучшили. Гриль 200. 300. Угу. Так и хочется сказать по поводу 300. Ну ладно. Пока мы не можем это сделать. Так, что у вас тут? А, я даже стол не могу вытереть, да, тебе? Ладно. Назычек. Приятного. Суп, пиво. Хорошо. Держи суп, держи пиво. Так, два супа, две колбаски. Просто мне нужно еще задание с вами выполнить. Видите, справа продать эль, продать. Вот это вот все. Угу. Ясненько. Ну, суп, я думаю, она сама отнесет. Нужно продать. А чем быстрее мы продадим, тем быстрее мы с вами сможем потом открыть 7 уровень. Так, один стейк, отлично. Ну, держи. Тебе еще до пивчанского. Хорошо. Так, Роза, за что я тебе плачу денежку? Скажи мне, пожалуйста, за что я тебе плачу денежку? Почему ты плохо так работаешь? Потом зайдешь ко мне после работы в мой кабинет, поговорим с тобой. Вот сюда. Будем тебя наказывать. Так, ладно. Собрались. Собрались, разобрались. Давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. Так, доставка, украшение, украшение. Набор зеркала. А это что такое? Щит. Набор охотника. Ля, какая красота. Хочу вот такую штуку за 275. Но опять же денежек нету.
Певчанского, да, хочешь? На. Держи Певчанского. 11 бокалов есть. Я думаю, пока месть мы заказывать не будем. Да, я думаю, пока месть мы не выполним полностью все задания, ничего заказывать пока не будем. Все, хватит. 7 есть. Колбасы у нас за по глаза. Ага. Кто-то тут наследил и денежку нам оставил на полу. Ля, смотри. Опа, плюс 36 монеточек. Шикарно. Я думаю, вообще отлично. Так, у нас с вами уже 400 есть. Отлично. Что по поводу супа? 3 штуки. Место есть на столе? Да, вроде есть. Давай, говори мне еще. Хорошо, что говори. Только сейчас эти водички принесу. Пусть на всякий пожарный будет, правильно? Дополнительная порция, плюс он пока мест настоится. Пока мест его приготовишь. Что у тебя с дровами тут есть? Есть. Все, да. Так что можешь готовить тебе пиво, пиво, пиво. Так, держи, держи. Отлично, тебе 2 супа. Так, давай. Вот так вот. Ага, тебе еще 2 супа. Так, стой. Вот так вот. На, стейки никому не нужны. Стейки пока никому не нужны. Суп нужен. На, держи суп. Там суп тоже. По поводу супа ты готовишь. Хорошо, зайчик, готовь. Так, иди-ка ты сюда, на, держи. Тебе пиво, я понял. Держи. Суп и пиво. Все, пока месь. Пока месь, я думаю, сами разберутся, да? Пиво, 2 стейка. Хорошо, на, 2 стейка тебе. Держи суп. Никто не хочет, вот суп хочет. Отлично. Пиво. Держи, держи. Ай, ням-ням. Да-да-да, вкусно, знаю. У нас же тут феечки готовят. Конечно, вкусно. Бля, сколько. Сколько всего вкусного. А, отлично. Надо заказать Певчанского, хотя бы кружечек 20, я думаю. Чтобы было на складе, правильно? Так, держи. Блин, заблюешь мне здесь все, я тебя выселю, серьезно. Так, давай поможем немножко. Потому что не успевает. Хорошо. На, держи. Водичку хочешь, я понял. Водичку мы сейчас тебе принесем. Отлично. Она просто по одному стаканчику относит, и это очень долго и нудно. Сейчас я тебе воды принесу, не переживай. Так, пиво мне вот сюда. И давай воды принесем. Все, шикарно. На, держим. Полная, полная. Так, все понял. Этого нужно вынести отсюда. На, держи. Держи друга. Угу. Здесь я тоже помогу тебе. Так, вот, что по поводу дров есть? Дрова есть, стейки есть, суп еще есть. Еда у вас, зайчики, есть? Да, 18 штучек еще есть. Так что, просто копим денежку и ждем. Я, наверное, как поступлю. На этом, в принципе, серию можно, я думаю, заканчивать. Я сейчас вот сюда вот так зайду. Ага, присесть я не могу, да? Вот сейчас сюда зайду, вот так вот стану. Не знаю, может, параллельно где-то себе... какой-то видосик на ютубе включу.
подожду, пока наша официанточка прокачается, пока мы продадим полностью все, что у нас с вами есть. Плюс заработаем денежку. И в следующей серии попробуем нанять еще побольше людей для работы. И какие-то будут даже у нас VIP-места. Интересно будет, что это за VIP-места. Нужно ли будет им готовить VIP еду какую-то. Так, давай еще одну. Все, шикарно. Ага, вот это уже плохо. Вот это уже плохо, ребят. Минус одно пиво. Ну ладно. Спишем его потом. Потом нужно будет списать это пиво. И в конце месяца как раз сделать ревизию, посмотреть, что там по поводу недостачи. Нямают ли наши феечки еду нашу, либо нет. Давай, наверное, еще дров добавим на всякий пожарный. Так, раз. Вот сюда вот. Опа, и еще дров. Только здесь нарубаем. Так. Хорошо. Отлично. Шикарно. Скажи, если бы так бы в реальной жизни, да, можно было бы. Подошел, мышкой клацнул, у тебя дрова готовы. Так, все, хорошо. Какой ты уровень уже меня, а? Официанточка четвертый. Ты повар четвертый, ты посудомойка пятая. Хорошо. Ладно, не посудомойка, а кухонный работник. Все, 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 хватит мне писать в комментариях там. Я вас знаю. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Я дальше развивать свое заведение в плане выполнять задания. Без вас я строиться и закопать не буду. А вам всем пока-пока, да потом, и хорошего вам там дня, вечера, ночи, не знаю, что у вас сейчас. Так что все, всем вармуру.